Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон, ребята, и сегодня, можно сказать, мы немного постреляемся в недавно вышедшую игру Call of Duty Advanced Warfare. Решила, ребята, поиграть, потому что, в принципе, игра прикольная, она мне, можно сказать, нравится. Я уже 28 уровень, то есть, не скажу, что я много играл, но 28 уровень это сколько? Я не знаю, игр так 20, может, чуть-чуть меньше, но не суть. Вот мой, ребята, персонаж такой крутой, черный. Ну ладно, ребята, давайте начнем какой-то матч. Я надеюсь, ребята, вам понравится. Не знаю, рады ли вы меня видеть в другой игре, не только в Пиксельмоне, но я искренне надеюсь. В принципе, ребята, давайте уже начнем. Так, ребята, ну что, начинаем. Давайте с этой пушечкой пойдем. В принципе, действительно, игра, ребята, вышла недавно, там 2-3 дня назад, но я уже немного успел понаиграть. Это такой более-менее нормальный уровень. Давайте как раз сейчас попробуем что-то затащить хотя бы. Фиг его знает. Так, камперить я не буду, камперить я не люблю, но... Охренеть! Я просто, ребята, очень давно не играл в код, плюс к тому тут такая... Я не знаю, как это объяснить. Система, что ли? То есть вот эти все прыжки, это просто нереально их словить. Вот всех, чтобы... Нереально их словить просто-напросто, когда они вот так прыгают вот туда-сюда, по сторонам. Словишь. Вот, одного убил, другой там стоит. Это всегда, это закон кода, где один, там еще один. Так, ну ладно. Спрячемся. Вдруг кто-то будет. И там еще один спрятальщик бежал тоже. Невидимка. Вот это всегда так, когда ты его почти что убил, и он тебе, не знаю, как каким-то способом успевает добивать. То есть ты в него 30 пуль выстрелишь, он тебе дальше бежит. Он развернется, одну пулю пустит, все, ты умер. И фиг поймешь как. Ну, это код. Так, этого убили, отлично. Побежали, ребята, дальше. Ай, да-да, не бомбите, я хороший. Твою мать. Ребята, в описании есть моя ссылочка на Steam, кто хочет, может меня добавить и увидит. Если я буду играть в код, то можете подключиться, тоже поиграть. Но вот сейчас я что-то не очень так тащу, потому что что-то меня не прет, если честно. Твою... Сейчас что-то не очень, ребята, не знаю, я... Тоже, когда очень много играешь, как-то не лучше играешь, а наоборот, хуже. Нет, все-таки глушак нужно снять, он что-то какой-то никакой, мне так кажется. Ну, хотя тут вот видите, ребята, все такие крысы с глушаком ходят. Фиг его знает. Так, уже напугал, зараза, напугал. О, я еще кого-то там подстрелил. Ай, да-да-да-да-да-да, свалите. Свалите с пути. Да твою ж мать, вот эти конченые контейнеры на пути как раз так стали, что-то залагало даже. На тебе! На тебе удар! Глаз твой! Камперский! Как раз ему так... Да твою ж мать! Вот везде. Это код. Это нужно привыкнуть к этой тактике. Я просто давно не играл. Я не знаю, когда я последний раз вообще в код играл. Охренеть как зашло, ребята. Поэтому я немного не так сказать. Не отвыка, это как бы... Твою ж мать. Один спереди выбежал, сразу сзади. Это как бы новый код, ребята. Тут свое движение. То есть, видите, тут все бегают впереди.
передвигаются быстро, то есть вот летают, могут сюда забраться, сюда смогут забраться, полететь, закамперить, да и все. Да, давай быстренько, вот. Спасли чувака. Так, ну чё, больше никого нету? Есть. Этого тоже спасли. И этого спасли. Вот. Это не каперсы, это просто прикрытие точки. То есть, видите, я защищаю и Б защищаю понемногу, как могу. Пока меня... Чё-то я не знаю, привык, когда вот меня почти что убили. Кого-то я там видел. А, чё-то я напугался. Так, ладно, давайте опять В этой игре, ребята, я ещё... Сделал 30 игр. Какой у меня счетчик? У меня счетчик 12-11. Такой более-менее, то есть не офигенный и не плохой. Как раз на среднячок. Сколько раз я не играл, я сделал игр так 20, выиграл одну игру. Ну, может две. Я не знаю, в этой игре что-то у меня как-то... Не знаю, может такие команды мне попадаются. Ну, фиг его знает. Так, тут сейчас 100% кто-то выбежит. Еще может кто-то. Вот это такая самая точка на начале. Так, там на А бегут, я вижу. Какой, твою мать! Какая-то невидимость, какая-то тормознутая. Вот охренеть, прыгает чувак передо мной, оказывается сзади меня. А я оборачиваюсь назад, чувак оказывается спереди меня. Вот это такая игра. То есть вот тут обычно движение, если ты будешь стоять на месте, то ты сдохнешь тупо-напросто. Потому что это такой код, где просто-напросто очень так двигаться, прыгать туда-сюда и вот сюда. А сюда нельзя запрыгнуть. На тебе, зараза. А, ну, одного как-то доубил, а второй меня завалил. Так, я там вижу, там куча на С бежит, мне так кажется. Хотя нет, больше никого тут и нет. Твою мать, мой был килл, чё ты скрысил-то? А сейчас вот это паскуда сзади выбежала. Так. Ну откуда? Ух, ребята, чем больше ты пытаешься выиграть, тем больше ты ни хрена не можешь сделать. Закон кода. Это всегда так. Так, ну ладно. Но выиграть я в эту игру вообще никак не могу. То есть моя команда всегда какая-то не может выиграть. Сколько я матчей не делал, 20 матчей я один выиграю. Твою мать, хотел ему пробуксовать его рожу. Рожу конченую. Как? Я ему в лицо запердошил, ему пофиг, он бежит дальше. Он меня как-то со спины, с разворота в воздух ударил и убил. Что сказать, кот? Да твою ж...
На тебе, зараза. Так, больше... Еще тебе тоже на. Сюда можно запрыгнуть, нет? А это откуда еще? Да я говорю, там где один, там их 30. Ух! Ребят, я не знаю, я говорю, это первые такие игры, где я, можно сказать, еще не очень, то есть, ладно, одного убью, второго убью, и все такое, но я еще не очень, прям, харе! Ну, говорю, один кинул, с другой стороны забежал, пока другой с другой стороны забежал, выбежал тот, что за хрень, я ему запердошил в глаз, прям. Так, зато сейчас двоих убил. Так, тебе на туда. Да, в принципе, больше тут никого и нету. Нет, идите в жопу со своими гранатами. Не нужно мне ваша граната, ребята. Все, какой счетчик у меня? Не очень прям, не очень, я так скажу. Но более-менее. 26-22. Положительный. Это уже более-менее радует. Так, прокакали мы эту игру, ребята. В принципе, как я говорю, что-то в коде... Ну да ладно. Давайте еще одну, ребята. Это как-то не очень минуты где-то получается. Ух, ну что, ребята, мы продолжаем. Не очень я люблю эту карту, это для меня самая хреновая карта. Ну, просто не люблю, она какая-то... Не очень. Так, давайте гранатку туда, гранатку сюда. Сейчас на Б все прут. Стоп. Нет, назад. Сейчас все на Б прут. Ну, одного убил, другой меня. Как всегда, закон кода. Этого я даже трогать не хочу, то есть... Спалюсь, что там я сижу. Поэтому давайте-ка мы... Лучше... Вот этот криворукий... Вот этот пинок или чё это там? Сколько раз ты по нему можешь попасть, это похрен. Иногда попадает, иногда просто-напросто промахивается. Да твою ж... Не успевает один выбежать просто-напросто спереди, как сразу же сзади другой. Ты ничего не можешь сделать, то есть, что ты сможешь сделать? Ни хрена. Так. Чё, кто-то там есть, кто-то бежит там сзади. Вот, там чувак бежит. Если бы ты меня еще в воздухе убил. Так. Чё я включил? А, твою ж мать, я что-то не то взял. А вот ты как меня убил, это вообще фантастика. Ну как? Эти уворотливые хрени, это сдуреть можно. Вот меня бесит кот, бесит вот этой хренью. Ты не успеваешь одного убить, как сзади сразу другой появляется. Вот опять же. Сама суть кода. Где ты, там еще 30 твоих врагов. Народная мудрость, можно и так сказать. Так, одного захреначили.
еще одного закрыли. Теперь давайте на С потопаем. Так, там еще кто-то был или мне показалось? Я уже кнопку даже отпустил, я думал, я его завалил. Как я ему 30 пуль? Ну ладно, 30 переборщил, но сама суть, что охренеть. Вот закрысячил ты тут, конечно, чувак. Так, валим отсюда нахрен. Мистика, мистика, ребята. Честное слово, мистика. С умом колдун. Ты не поймешь. Вообще никак. Но вот сейчас я тоже куда-то в воздух ударил, но я его убил. Кот, что можно сказать. А вот этому я охренеть сколько пуль там в жопу всадил, но он бежит. Какая ему нахрен разница? На тебе, зараза, хотел спрятаться. Не спрятался. Так. Тоже нужно рассчитывать вот эту дистанцию, а то я тоже уже так приврачу. И опять, ребята, мы проигрываем. Минус 3, идите в жопенью. Идите в жопенью. Enemy taking charge. UAV recon standing by. Open standby. Half time. Ладно, опять, ребята, мы продули. Вроде хреначим их так, что это сдуреть можно, но опять продули. Ну, я уже, ребята, не знаю, какой у меня счетчик. Я на первом месте, 17-9. Самый лучший счет в нашей команде. Ну, смотрите, у меня 17-9, потом идет 15-14. А у них там 20-10, 19-10. Конечно, так мы сдуем. Вот, 17-6. Ну, если 10-14, но все же. Так, ладно. Ай, нет. Кто-то там бежит, нет. Вот туда бы пульнуть. О, меня запалили гранатой. А у меня уже все перы, вот эти открыты. Хрени, которые можно использовать, как они там, перки называются. А я даже как-то не заметил, я на это вообще никогда внимания не обращаю, хотя это главное преимущество вот это Call of Duty, да, что? Но я что-то как-то всегда забываю, если честно. Главное, чтобы эта хрень меня не пульнула, там же кто-то ее доконтролирует. Вот, уворот! От капут. Сидел там, сидел, никого не трогал. Бум, раз захреначило. О, это что такое? О, вот это фигня. Только я не знаю, как ее использовать. Ну, одного убили. Двоих убили, охренеть. О, это что такое? О, я еще таким даже и не пользовался. Этого убили. Этого убили. Этого убили. Не стреляйте, я мирный. Этого убили. Все, и нас завалили. Но зато мы охренеть тоже сколько меня убивали. И как всегда, ребята, мы вдвойне прокакиваем игру. Ну, как вы видите, я, можно сказать, ну не прям тащу, да, но
Но более-менее что-то делаю, пока мои вообще ни хрена не делают. Ну. Это как всегда. Я там кого-то видел. Этого убили. Там кто-то прет отсюда, я вижу. Только кто там был, уже не вижу. Он уже походу убежал. Так, тут тоже никого нету. Но сзади кто-то добежит. Так, там на цешке кто-то есть, я вижу. Убили, завалили, замочили, называйте как хотите. Этого тоже. А, не видел. Ну, видел, там кто-то есть, но просто он куда-то убежал сразу. Так, ну, ладно. Потом мы вернулись. Чё-то я очкую тут стоять, тут всегда куча прибегает народу. Вот зараза прыгучая, а? Losing Bravo. Enemy UAV online. Enemy has been. Ну знал, что он там, но и так как-то завалил. Твою ж фураж. Alpha secure. Enemy taking Alpha. Launching care package. Зато сейчас мы вас завалили. Всех троих. Там еще кто-то был. Ну ладно, сзади тоже куча народу была. Одного убили, там еще есть кто-то. Я очкую даже туда идти, вот это. О, это откуда? Так, ладно, никого тут нету, можно захвачивать пока. Пока нету. Так, дальше побежали, и как всегда профукали. Я, ребята, уже не знаю, честно, что мне делать. И я всегда попадаю в ту команду, которая прокакивает игру. Сколько раз. Какой у меня счет? Покажите. Покажите, пожалуйста. Ну? 35-14. Я убил самым больше человек. Я сделал все, что мог, ребята. 30 уровень. О, пистолетик. Отлично. Так, ребята, давайте-ка мы выйдем уже. То есть, ладно, сделали мы две игры, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Если вам, в принципе... сейчас, секундочку. Если вам нравится эта игра, ребята, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще расскажу, ссылочка в описании на Steam. Можете добавляться, кто играет в код. Можете присоединяться в любое время, когда я играю. Всем спасибо за просмотр. Да, всем. Да, что-то я запутал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.